Много воды, света, ярких костюмов и незабываемые номера. В Тверь приехал единственный в стране цирк на воде «Шевченко-шоу». В течение месяца у горожан и гостей столицы Верхневолжья будет возможность увидеть это великолепное зрелище. Цирк на воде «Шевченко-шоу» – это без всякого преувеличения уникальное представление. Аналогов ему нет в России, да и по всему миру очень немного. Неудивительно, что Андрей Шевченко со своей труппой с успехом гастролирует по нашей стране, республикам бывшего Союза, а также по зарубежным государствам – от Испании, Франции до Эмиратов и даже Китая. В Тверь цирк на воде приезжал уже 4 раза. Однако теперь столицу Верхневолжья ждет самая настоящая премьера. Цикл старого шоу как раз закончился на Твери 4 года назад. И мы начали глобальное обновление этого шоу. И на сегодняшний день это новые декорации, новые костюмы, новая музыка, новые номера, новые эффекты, новый фонтанный комплекс. Вот, и все это дает нам возможность показывать большое, огромное, незабываемое шоу. Премьерный спектакль пройдет в Тверском цирке в субботу. Однако журналисты уже успели оценить это представление, побывав на генеральном прогоне. «Шевченко-шоу» — это впечатляющий синтез огня и воды, ярких костюмов и профессиональных артистов. Особенное впечатление производят номера с животными. Например, с тигровыми питонами, которые в бассейне демонстрируют всю свою силу и грацию. Морской лев Боб поражает не только мощью и ловкостью, но и интеллектом. Морской лев – это человек. Вот, и относясь к нему как к собственному ребенку, на протяжении 19 лет удалось просто превратить его в реального человека, который понимает команды, понимает жесты, понимает взгляд, ловит настроение. И, конечно же, очень чувствует, когда зал пустой. Вот очень сильно отличает репетицию от работы. Аплодисменты зрителей, морской лев Боб, а заодно и вся труппа, будут слушать, начиная с субботы 12 июня, на протяжении месяца. Именно столько продлятся гастроли «Шевченко-шоу» в Твери.